Всем привет! Сегодня рассмотрим следующий табачок под названием Карибы. Вот такой вот табак. Это у нас Вирджиния и Берли бразильские. Вот. И ароматизация. Ароматизация здесь заявлена как инжир, груша и яблоко, по-моему, на сайте так написано. Еще и 16% сахара у него. Вот. Как он выглядит, я в группе его себя выкладывал, да и к тому же можно посмотреть на превью этого ролика, как он выглядит. Просто, как его тут показывать, вот. Много светлых фракций, вот в отличие от предыдущего табака, который я обозревал, Бруклин, там больше темных было. Вот, здесь, соответственно, Вирджиния, видимо, больше в составе. По запаху, действительно инжиром пахнет. Что-то такое, я бы сказал, даже чернослив похоже. Вот, в общем, такой фруктовый запах. И похоже это, да, это на инжир похоже и на чернослив похоже. Как оно пахнет из кисета. То есть из пакета. Ну, интересный достаточно аромат. Правда, сам табак я лично не ощущаю. Но это же ароматизированный. Давайте закурим его. Да, кстати, такой вот... Я специально именно эту оставил, чтобы вам показать. Я его когда высушил, видать, не до конца высушил, я его забил в гильзу, и вот пятна образовались, видите? То есть он очень мокрый прям был, вот когда... Но сейчас-то он уже высох, вот пятна, видите, остались. Мне вот интересно, это из-за того, что он влажный был. Мне вот интересно, это смолы или это соусирование вот так вот выделяется? Я не знаю. Но это только у меня одна такая гильза. Потому что потом я его уже подсушил нормально, забивал и не было уже пятен никаких. Ну, для примера, вот. Другая, видите? Так что не обращайте внимания. Значит, что касается аромата. Довольно насыщенный аромат у него. В принципе, как и у всех у этих табаков. Но, что самое главное, он насыщенный и плотный, но он не приторный, не противный. То есть, ну реально, вот если вы будете где-то в компании там курить или там просто там где-то идти, заметят, почувствуют, потому что запах у него не такой, как вот у сигарет, он довольно душистый. Но это, в принципе, если знаете, ароматизированную сигарету закурить, то как бы тоже обратят внимание, потому что она будет перебивать любой другой запах, который есть, ну, если кто-то еще курит рядом с вами, да. Ну, то есть запах здесь довольно-таки насыщенный и, ну да, действительно, вот инжиром пахнет. Грушу как таковую я здесь не чувствую. Но это там на сайте написано, я просто с сайта как бы считываю. Хотя изначально я его выкурил, не читал, что там. Вот. Я вообще подумал, что здесь что-то такое... Ну, здесь действительно, я еще вижу, Карибы называется. Подумал, типа, наверное, как бы закос под ром или что-то такое. Как бы что-то действительно есть такое. Как коньячно-ромовое что-то вот тоже. Ну, то есть, достаточно у него разнообразный аромат, вот, но грушу я, например, особо не чувствую. По крепости он, да, примерно такой же, как и тот табак предыдущий, который я курил. Он даже, мне кажется, чуть полегче. Ну, и об этом говорит наполнение. Там светлых фракций больше, чем темных. То есть, Вирджинии больше, чем, как бы... Берли, но понятно, она ее везде больше. Я имею в виду, что если эти два табака сравнивать, то в нем, видимо, все-таки Берли поменьше. И он мне даже чуть полегче кажется, чем Бруклин. Ну, это по моему восприятию. Ну, как видите, дымит он сильно. Мне что нравится в этих табаках, у них и во вкусе, и в запахе находит свое отражение вот эта ароматизация. А не только в запахе, как это бывает у многих сигарет и у многих других табаков, в частности фабричных, да, когда ты куришь,
запах там вишня какая-нибудь чувствуется, а по вкусу пусто, в лучшем случае, а то бумага какая-то. Вот, то здесь как бы оно и во вкусе ощущается. Вот такие ароматики мне нравятся. В принципе, понравился мне табак. Я не могу сказать, хуже он или лучше предыдущего. Он просто другой. Здесь другая ароматизация используется. Хотя, вы знаете, вот сейчас под конец я начал и грушу ощущать. Прям отчетливо так. Интересно. Сперва так куришь, вроде не чувствуется, сейчас что-то есть. А у меня, кстати, еще есть табак от них, который называется грушевый бум, что ли. То есть там чисто груша. Но я его когда вывалил, там вообще этим лимонадом вот этим пахнет. Дюшесом. Не знаю, что там. Ну, мне кажется, там очень много ароматизации. Ну, посмотрим. Вот. И здесь, да, действительно, что-то такое вот под конец начало проявляться. В принципе, накуриваешься, хоть он и в моменте легкий, ну, как я и говорил в том обзоре, когда куришь, никотин прям не сильно ощущается. Но когда ты ее заканчиваешь курить, кстати, горит, как видите, он не быстро, то, в принципе, ну, больше не хочется, не тянет за следующей сигаретой. Да, что-то такое коньячное, инжирное, инжирно-грушевое, черносливовое, что-то вот в этом табаке. И как бы запах полностью идентичен вкусу. Вот как-то так. В общем, интересный табачок, друзья. Ссылку я на их сайт оставлю в описании, можете там посмотреть. На этом все, спасибо за внимание, всем пока.